Монреале прошел очередной драфт новичков НХЛ. В этом году не было безоговорочного фаворита на позицию первого номера, но Шейн Райт выглядел наиболее предпочтительной кандидатурой. Однако что-то пошло не так. В первом раунде было выбрано сразу три россиянина и вообще ни одного голкипера. А по итогам всей лотереи 23 наших соотечественника были задрафтованы, аж четверо из которых были выбраны Каролиной. Второй раз в истории под первым и вторым номером ушли представители одной и той же несевероамериканской страны. В 2004-м это были россияне Александр Овечкин и Евгений Малкин. Сейчас же первенство забрали внезапно словаки. Ну и по традиции мы чуть подробнее остановимся на первой десятке главных молодых проспектов. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Лучший российский защитник драфта отправляется в Анахайм. И надо признать, этот вариант развития карьеры выглядит очень перспективно. Возможно, прицел не на первую пару обороны, но до железного топ-4 Павел должен дорасти. Но прокачке всех навыков и умений, как атакующих, так и оборонительных, надо уделить много внимания. Вполне возможно, мы увидим россиянина в матчах НХЛ уже в этом сезоне. Похоже, Баффало отхватило самого умного хоккеиста этого драфта. Мэттью Савой не поражает габаритами, зато берет свое высоким хоккейным интеллектом. Прекрасное видение площадки и партнеров, хорошая игра на точке, прекрасные руки. Вот что отличает этого парня. Для Сейберс сейчас этот выбор выглядит очень хорошо. Савой может стать важной составляющей при построении новой команды. Посмотрим, не утратит ли он своих козырей при более интенсивной игре. А вообще, отличный выбор Баффало. Стив Айзерман который год плевать хотел на национальность своих игроков и преддрафтовые расклады аналитиков. В итоге под седьмым номером в Детройт едет австриец Марко Каспер. Один из самых опытных игроков этого драфта, если так можно выразиться. Сезон во взрослой шведской лиге закалил этого нападающего, и он готов делать шаг вперед. Каспер дает своим командам большой объем работы, неплох в силовой борьбе. Если хотите, это Валерий Нечушкин на минималках. Для нынешнего Детройта то, что надо. Неожиданный выбор сделал менеджмент Чикаго. Под седьмым номером они забрали защитника Кевина Торчински, который в большинстве скаутских отчетов котировался гораздо ниже. Менеджмент Чикаго вообще наворотил дел на этом драфте, и эти решения сейчас кажутся крайне сомнительными. С выбором Торчински пока тоже вопросов больше, чем ответов. Большой парень с хорошим видением площадки и пасом, но он далек от того, чтобы стать новым Кейлом Макаром, например. Посмотрим, что из этого выйдет. Бронзовый призер минувшего взрослого чемпионата мира Давид Иржичек едет укреплять оборону Коламбуса. Мощный молодой человек с отличным сильным броском добавит вариативности на синей линии. Что касается оборонительных навыков, то тут, как всегда, есть пространство для роста. Но хорошая позиционная игра и умение сыграть в корпус при нем. Надо только над дисциплиной поработать. Дебют чеха в лучшей лиге мира в следующем сезоне очень даже реален. Филадельфия забирает универсала Каттера Готье. Эксперты и болельщики отмечают разносторонность этого нападающего. Это и хороший бросок, и грамотный форчек, и приличное катание, и игра в обороне. Готье может сыграть как в центре, так и с краю. Следующий сезон он проведет в колледже, а вот дальше возникают вопросы. Джон Тартарелло – тренер специфический, и если Готье ему приглянется, у парня будет много возможностей для развития. А если нет, то… Впрочем, это уже совсем другая история. А кто это у нас тут? Сюрприз-сюрприз! Шейн Райт упал аж до четвертого пика. Злой взгляд хоккеиста в сторону столика Монреаля, который выбирал первым, говорит сам за себя. Но парень зря расстраивается. Сиэтл – это отличный вариант начала карьеры. Меньше внимания извне, больше возможностей на льду. Райт вместе с Мэтти Бенирсом могут составить центральную ось Кракена на долгие годы вперед. Чтобы лучше понять, кто такой Шейн Райт, посмотрите на Патриса Бержерона, и вся радость Сиэтла будет вам понятна. К
Кракен, кажется, сорвал джекпот. За этой командой теперь будет интереснее наблюдать. Аризона под третьим номером забрала себе энергичного и креативного центра Логана Кули. Скромные габариты уже никого в НХЛ не удивляют и не пугают, поэтому у Кули будут все шансы на демонстрацию своих лучших навыков. Плеймейкер он отличный, прекрасно видит площадку и может прокачать любого партнера. Осталось перенести эти навыки на элитный уровень, и мы получим суперзвезду мирового хоккея. Знают ли об этом в Аризоне? Вот в чем вопрос. Одна из двух главных словацких надежд современности, Шимон Немец, отправляется в Нью-Джерси. Праворукий защитник успел пошуметь на всех уровнях, включая Олимпиаду и различные чемпионаты мира. Немец – однозначно лучший защитник этого драфта. Он спокоен и эффективен в обороне, разносторонен и непредсказуем на чужой синей линии. Чистая игра в отборе, отличный пас и прекрасное чтение игры на любом участке площадки. Для Devils это прямо-таки настоящая находка. Молодая банда у дьяволов подбирается неплохая, осталось подкрутить еще пару настроек, и через несколько лет ждите их в борьбе за кубок Стэнли. Второй звездный словак Юрай Славковский едет в Монреаль. Хозяева нынешнего драфта решили, что им недостает крайних нападающих, и выбрали лучшего игрока минувших Олимпийских игр. Насколько хорош Юрай, он показал широкой публике уже на нескольких турнирах и в матчах финской лиги. Но вот Монреаль – это не самое лучшее место для развития молодого таланта, да еще и без хороших центров. Перспективы одного из самых талантливых нападающих современности от этого выглядят сомнительными. Мы надеемся, что реальность превзойдет наши ожидания, и Canadiens не загубит очередного перспективного парня. На этом все! Пишите в комментариях, игры какого молодого проспекта вы ждете больше всего в этом сезоне и почему. А если вам понравилось это видео, ставьте свой задрафтованный хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами была команда Fox Hockey. До новых встреч! Пока!